Взрывная троица. Чё там, кто кого взрывать собрался? А так, сражитесь с этой эпической троицей, используя существ с иммунитетом и обходом брони. Так, а кого тут обходить броню? Тут броня-то только у синоцератопса и тона дохлая. Всю неделю на карте будут появляться мега-возможности. Так, что здесь? Иммунитет, да, против кровотечения, а здесь иммунитет против снижения урона, а здесь иммунитет против паралича. Против параличика. Давайте мы попробуем... Так, это для подстраховки. Хочется пойти вот... Блин, а как-то так. Ну ладно, давайте так попробуем. Так, скорость не посмотрел. Кто там у них самый быстрый? Там Раптор, да, Спинич тоже, наверное, быстрый. Так. Ну, давайте начнем с этого парня. Он побыстрее будет, по крайней мере, синоцератопса. Так, замедление у него, блин, есть. Это печально. Так, ну что ж, давайте как-то тогда его самого замедлим. Чтобы мы остались все-таки впереди. Опачки. А давайте мы его запарализуем. А теперь-ка давайте мы снизим урон. А у него опережающий уже удар должен был быть доступен. Да, у него же был опережающий паралич. Да, но это, наверное, из-за того, что он просто компьютер, он его не использовал. Так бы сейчас он, по идее, должен был меня проатаковать. Так, теперь пирораптор появился. Ну, пирораптор, блин, а гад такой, что он, блин, сейчас двойным уроном будет атаковать. 1200, ну... Не выдержим мы. Давайте так попробуем. Ну, усложняем себе задание. Ну, без крита. Нормально, справились. Так, а один удар я выдержу? Ну, выдержу. Блин, он сейчас снижает урон. Это на мне. А, и ну и... А, у него был этот, блин, а более мощный удар. Блин, ну я сейчас опять двойной урон доступен. Блин, ну это печально. Не хотелось трики брать. Просто не хотел его брать. Но если ты медленнее, то пирораптора пробить вообще тяжело. У него двойной урон со снижением урона, потом полтора урона. У этого тоже двойной урон есть. Ну, давайте так, поэкспериментируем. Блин, у меня же там была перезарядка. Почему у меня... А, ё-моё, перезарядка, не задержка, ну блин. Ну ладно, прощаем огнеперитом. Ну даже кританул, молодчинка. Слабенько очень ударил, кстати. Да, было бы чуть больше хелсов, можно было бы пережить это все дело. Блин, не, не пробьет. Не пробьет. Ноль урона? А почему ноль получилось? Как так могло быть? Я же на минус 50 только всего лишь ему сделал. Что это только что было, ребят? Почему ноль? Странные вещи у нас происходят. Так, наловила уникальных вот тех вот, кто там, сигнозавр, сигнозыхи, кто там они.
они как раз нам пригодятся. Сейчас давайте заглянем еще, что там у меня творится по гибридам. Кого могу создать, кого не могу создать. Денежек у нас немножко есть. 321 тысячонка. Проявите заботу о существах. Что там дальше? Поиграйте с существами в заповеднике и покормите существ в заповеднике. Ага. Так, тут есть кто-то? Заповедник пуст, черт подери. Так, а ну кто-то там? Это эрликозавр. Блин, а рядом нету заповедника, да? Не пустого. Ладно, 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 ладно. Так, давайте зайдем в альянс. Здесь тоже у нас есть супер приз. Легендарная награда, ребята. Так, это эпик. Типа мы еще не выполнили. А, или это уже мы собрали легендарную, чуть я не понял. Был же эпик у нас. Мы перешли, должны были перейти на следующий этап, на легендарный. Но тут вообще, типа, все вроде как выполнено. Ладно, странно. Ага, вот, короче, есть у нас, ребятки, битва рапторов. Но называется у нас атака пирораптора. Хотя у нас кто здесь? Пирораптор, ютораптор и велосираптор. Так, а ну-ка, 132, 128 и 129. Вот такие вот ребята. Так, вот так, вот так. И... Ну что, Рамалоха взять, что ли? Так, у них у всех есть понижающий. Ну тут иммунитетника бы взять. Ну-ка, кто у нас тут есть иммунитетника? Та никого особо нет. Ладно, давайте так, пойдем. Сейчас кому-то задницу надерем. Так. 133. Ну, я ему качнул скорость совсем чуть-чуть. Так. Хорошо. А то я думал, что делать. Если я за один удар не пробиваю, то надо либо уклоняться, либо... Не знаю, что делать. А так бы он двойным уроном меня пробил на раз-два. Так, ну этот делает то же самое. Рискнем. Попробуем уклониться. Частичный урон. Отличный вариант. А вообще... Так, так, так. На, скорости нам хватит. То есть мы еще сейчас можем завалить, возможно, даже третьего раптора. У велоцираптора, наверное, меньше всех жизни. Ну, не меньше всех, ну ладно. Тора Молох контратака его добьет. Он выживет. Но может и не добьет после снижения урона. А ну. Не добил. Ах, чутка не хватило. Ну, давайте нашим же героем его и похороним. Ну, в общем-то, изи катка с рапторами бороться, если ты быстрее, чем они. И имеешь сильный урон. Еще и уклониться можешь. Короче, неплохо получилось. Очень даже, в общем-то, неплохие награды нам выпали. А на этом все. Всем пока.